Подробности UA and Ірина Карпа представляют. Серія 6. Космогонія ватників. Чистилище. Сначала наш сталкер думав, що чистилище ватника – це обична хімчистка, куди жена во время ленінського суботника раз в году заносить його фуфайку. Но не тут-то було. Я второе царство воспою, де души обретают очищенье и к вечному восходят бытию. Нихуя, Терекон. Чтоб попасть на Терекон, должен пропустить Катон. О, офигенчики, я тоже поэтесса. Да, кстати, это тот самый вахтер, что в свое время Федорыча в свет широкий выпускал. Здорово, Виссарионыч. Ту заводскую проходную, чтоб люди вывела меня. О, местная газета. Молдавия, Грузия, Украина подло напали на миролюбивую Россию и агрессии вынудили ее отнять Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию, Крым и Донецк. Кто не согласен с этим утверждением независимой прессы, той на исправительном круге номер раз. Вот тут у нас в сети кого жабой задавило. Навальный вот и всякие резни тёлки. Путин, Путин, я тоже считаю, что Крым наш. А всяким різним тёлкам точно так же не спать, не высраться не давали другие красивые вещи. У соседской дуры губы больше, Бентли золочёней, леопард позабористей, муж потолще, да собачка поменьше. Тут у нас колбасятся всякие сериальные актеришки во главе с Поречниковым. При жизни как могли лизали жопу Богу Пум, но ничего не помогало. Вышли в тираж. И так разгневались, такие были заплаканы от горестной потери популярности, что не видели, куда стреляют. Этих вот особенно жалко. Жадины говядины. Коммунисты в нас застряли тоже в чистилище. На выборах укропских пролетели, что с ними делать? Ват не отправишь, потому что многое они для ватного мира сделали все-таки. Электрификация, репрессии укроповской интеллигенции, джинсы запретили. Но все-таки за многого не спихнули в результате. Того в рай их ни один от этих хлобыстин не отмолит. Да и не верили они в опиум для народа. Слышь, ватный Данте, шо? Ты ж на выборы в парламент ДНР сходил? Ну, как же не сходить? И какова ж была истинная цель твоего прихода туда? Ну, как же, новая держава, Новороссия, хуй-сосия. У всех голосующих, кто в очередях стоял, благородная цель была. Прикупить себе картошечки, брюковки, помидоров. Ну, все, что там в этот день по гривне продавали не больше 3 штук в одни руки. Да я... А ты пошел, бо думав, что там и путаны по гривне будут давать. Не больше, конечно, 3 раз, но на больше тебе и за месяц не хватило б, не выпендрюйся. Так вот, ця тераска №7, моншер, идеальное для тебе место. Ну и, наконец-то, рай земной. Сюда у нас все, кто отработал положенные круги, попадая по горящей путевке All Inclusive. Здесь почти так же хорошо, как у Турции или в Египте, на котрі мы ватно упуваем всю нашу земную жизнь. После этого рая, конечно, еще высшие сферы, но большинству они нафиг не нужны. Потому что тут для тех, кто бдил духовные скрепы православия, на каждой яблоне росте колбаса, а под каждой грушей отдается вечная девственница Алина Кабаева, мечта всех патничков. Реки здесь полны водки, ручьи свежего пива, в якому плескается вобла, а из невидимых динамиков игра шансон, услада ватные души. Не будь читатель у меня преград, писать еще, я бы успел хоть мало питье, сладость вечно пить бы рад. Продолжение следует или to be continued.